Сегодня 15 мая, клуб Famous при поддержке Love Radio состоится долгожданная для нас, для вас презентация международного альбома Димы Билана. А рядом со мной стоят мега-девочки, поклонницы, фан-клуб. Привет, девчонки! Почему российский флаг? Скажите мне, пожалуйста. Дима – герой России. Это человек, который сделал в деле патриотизма России больше всех. Я вчера только прилетела из Лос-Анджелеса. Это 12-часовой полет, но я специально вернулась так, прервала свой отдых, чтобы можно было поздравить Диму с презентацией его международного альбома. Вот, соответственно, поэтому я здесь. Пьем за него, выпиваем. И вот решили наконец прийти, увидеть его вживьем, попросить автограф. Ой. В целом провести хорошо время. Здесь сидит много книг. Толпа, я боюсь толпы, да, я буду, скорее всего, какой-то человек стоять. Борис, мы здесь сосиску курим! Я только приехал с каникул, только сейчас. Но каникулы отпускают после того, как дневник маме покажешь. У меня все оценки удовлетворительные. Посмотрите, друзья мои, это чудо-блюдо-ботинки. О, Боже! Мы поддерживаем альбом Димы Билана. Я поддерживаю альбом Димы Билана вместе с Love Radio. И, кстати, спасибо огромное ему, поскольку давно такого засилия не видел в течение 2 дней своих песен. И спасибо огромное. Кстати, дружба очень светлая и добрая. Все мы любим работать и все мы любим результат. Я думаю, что этот момент, в принципе, принесет самое главное слушателям радиостанции много хороших минут. Итак, друзья, я уже говорю, что 10 секунд до начала. Встречайте. Человека, совершенно логический шаг, совершившего после победы на Евровидении, международный альбом «Believe» и Дима Билан. Спасибо. Я хочу. Это мой следующий.